Пробудим с Кыргызстану Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог, обильно и всю вашу семью. Сегодня понедельник, 20 мая, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, что Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Господь, новый день начинается, и мы прежде всего благодарим Тебя. Благодарим за сегодняшний день, за дыхание жизни, за здоровье, за все мы благодарим. Господь, все наши планы на сегодняшний день, все вопросы, которые нам нужно решить, мы все отдаем в Твои святые руки. Мы просим, Господь, помоги нам, направь нас, иди, Господь, впереди каждого из нас. Дай нам мудрость, чтобы мы могли принимать правильные решения. Дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере. Помоги, мой Бог, нам. Мы все отдаем в Твои святые руки. Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нас. Защити, мой Бог, нас от аварий, катастрофы, проклятия, зависти. Защити, мой Бог, нас от всякого зла. Мы всю нашу жизнь отдаем Тебе. И по вере провозглашаем, что сегодняшний день для нас будет успешным, будет благословенным во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся за нашу страну. Благослови, Господь, Кыргызстан. Благослови, Господь, нашу землю. Да будет в нашей стране спасение. Да будет в нашей стране Твое благословение. Да будет в нашей стране, мой Господь, защита Твоя. Мы молимся и мы по вере провозглашаем, что наша страна будет развиваться, будет процветать для славы Твоей. Мы также молимся за другие страны. Сейчас, мой Бог, из разных стран этого мира люди присоединяются к этой молитве. И я прошу, чтобы Ты их защитил, чтобы Ты их благословил во имя Господа Иисуса Христа. Господь, да будет свет там, где Твой народ находится. Мы молимся, мой Бог, за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Мы молимся, мой Господь, и просим, пусть все эти конфликты прекратятся во имя Иисуса Христа. И да будет, мой Бог, Твоя защита там, где Твой народ находится. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу!
Амин. Я верю, дорогие друзья, что Бог нас услышал, и что Он нам поможет в этот день. Амин. Говоря об этом, сейчас я передам вам слово на сегодняшний день. Я прочитаю книгу Иеремия, 12 главу, с 5 стиха. В Библии написано вот так. «И если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» Дорогие друзья, если земная, физическая жизнь человека поражена, какой будет его духовная жизнь? Как достичь Царства Небесного? И если нету решительности и смелости, если в мелочах зло побеждает человека, как же он встретится с большими вызовами? Как желать быть крепким, продолжая быть неуверенным? Как завоевать великое, не будучи верным в малом? Как желать большего, если нету веры, чтобы справиться с тем, что получил? Дорогие друзья, между религиозным человеком и завоевателем есть огромная разница. Религиозный человек ждет, что обетования упадут на него, как дождь с неба. Завоеватель признает свою веру и идет вперед. Для него или все, или ничего. Или Бог есть, как он верит, или его нет. Такой человек уверен даже в разгар битвы. Он не боится даже рву со львами. Твердо пребывай в вере. Даже если крепочает, да, огонь в печи. Борись, чтобы, знаете, даже если тебе угрожает вооруженный гигант, не жалуйся, но исповедуй. И не исповедуй поражение, поступай по вере, даже если чувствуешь страх. Так он сражается с трудностями, чувствует себя уверенно, где бы ни был. Вот, дорогие друзья, путь к нашей победе. Подумайте об этом. Это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 часов по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. Если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям и напишите в комментариях вот эту фразу. Я не буду жаловаться или опускать руки. Буду бороться до конца. Бог со мною. И я увижу его чудеса в моей жизни. Амин? Слава Богу. Дорогие друзья, мы вас ждем сегодня в Центре помощи Кыргызстана на служении процветания с Богом. Мы помолимся, что Бог поднял ваши финансы, благословил вас. И если вы живете далеко от нас, вы можете написать нам на WhatsApp или на Telegram, мы отправим вам ссылку, чтобы вы могли онлайн молиться с нами. И кто живет в Бишкеке в 10 утра, 15:00 и 18:30. Хорошо? Пусть Бог благословит вас и всю вашу семью во имя Господа Иисуса. Хорошего вам дня, дорогие друзья. Идем вперед. Ты поверь, сегодня время побеждать. Небо коснуться.